Добрый день! Что входит в комплект тепловизионных прицельно-наблюдательных комплексов «Грань»? Передо мной 6 тепловизоров «Грань» разных моделей. Одно изделие «Грань 1» с объективом 25 мм, две «Грани 2» с объективами 25 и 35 мм и три «Грани 3» с объективами 35, 40 и 50 мм. Будет еще одно изделие «Грань 3» с объективом 75 мм, но чуть попозже. Его покажу отдельно. Сами тепловизоры я уже достала из коробок, но внутри коробок еще много всего интересного. Заглянем и увидим. Меня зовут Анастасия. У всех этих тепловизоров матрица 640 на 512. Различные объективы и окуляры по... Различием по объективам и окулярам я снимала отдельное видео, оставлю ссылку в описании. Если же кратко обрисовывать задачи, под которые рассчитан каждый конкретный тепловизор, то тепловизоры с объективами 25 мм предназначены для установки на автомат и шлем. С объективами 35 мм такой промежуточный вариант можно использовать и на автомате, и на пулемете и снайперской винтовке. И тепловизоры с диаметром объектива от 40 мм и выше предназначены для использования на пулеметах и снайперских винтовках. Комплектация находится в прямой зависимости от сферы использования. То есть элементы комплектации, которые характерны для всех тепловизоров, есть какие-то особенности в зависимости от модели. Предлагаю пойти по порядку, по ходу дела разбираясь, что куда входит, какие есть отличия, какие есть сходства. Итак. Начнем с грани 1. Грань 1 640-25. Что значит название? Грань 1 – тип корпуса, 640 – 640-я матрица, 25 – диаметр объектива, 25 мм. Так, сейчас расчищу себе пространство перед собой. В комплект входит руководство по эксплуатации, подробное и краткое. Оно входит в комплект всех тепловизоров «Грань». Два элемента питания. Также у всех тепловизоров «Грань» два элемента питания, аккумуляторы 18650. Светофильтр. Светофильтр также входит в комплект всех тепловизоров «Грань» с небольшим различием по типу окуляра. Здесь окуляр 18 мм. У всех тепловизоров, у которых размер объектива, начиная с 35 мм, больший окуляр 22 мм, там светофильтр побольше, но он там тоже есть. Зачем нужен светофильтр? Если у вас есть опыт работы с тепловизором, вы знаете, что если... долго в него смотреть, то глаз начинает уставать, потому что есть световое давление на глаз. Нас спрашивали, что можно же яркость экрана поменять. Да, можно. Здесь 10 уровней яркости экрана. Но светофильтр все равно нужен. Что в комплект входит светофильтр. Дальше. Здесь есть сумка и ремешок для сумки. Что в сумке? Крепление на шлем. Такое крепление входит в комплект тепловизоров с объективом 25 мм, потому что одна из целей использования как раз на шлеме как гляделку. При этом на шлем можно устанавливать и другие тепловизоры «Грань», но наиболее удобно это делать с тепловизорами с объективом 25 мм. Это «Грань 1» и «Грань 2». У них в комплект входит крепление на шлем. У остальных тепловизоров не входит. Выносная кнопка также входит в комплект только тепловизоров с объективом 25 мм. Выносная кнопка так выглядит. Дублирует две кнопки, расположенные на корпусе. Можно при помощи выносной кнопки
управлять записью, делать фотоэкраны, видео, можно регулировать цифровой зум, можно переключать тип изображения. Про это сниму отдельное видео. Здесь кнопка. Кнопка устанавливается на направляющую базис при помощи кулачкового зажима либо винта. Также здесь есть переходник для установки кнопки на планку Picatinny. Шнур USB также входит в состав всех тепловизоров грань. 3 наглазника. У тепловизоров с объективом 25 мм грань 1 и грань 2 в комплект входят 3 наглазника. У тепловизоров с объективами, начиная от 35 мм, 2 наглазника. Здесь есть кошачий глаз. Гофрированный, больше для целей прицеливания. И вот такой вот маленький, больше для целей наблюдения. Соответственно, в тепловизоры с объективами от 35 мм и больше не входит наглазник, который для целей наблюдения. Итак, этот отдел сумки мы посмотрели. Салфеточка, чтобы протирать линзу, также входит в комплект всех тепловизоров. Кронштейн. B5V. V в данном случае расшифровывается как взор. Этот кронштейн приподнимает тепловизор выше, а в просвет можно наблюдать коллиматорный прицел, взор, чтобы использовать в паре в том числе. В комплект тепловизоров грань может входить либо кронштейн B5V, либо кронштейн B5. Кронштейн B5, он пониже. По запросу можно выбрать, какой конкретно вы хотите, чтобы туда входил. По умолчанию входит B5V для тепловизоров с объективом 25 и 35 мм и B5 для тепловизоров с объективом, начиная от 40 мм и больше. Зарядка для элементов питания также входит во все тепловизоры. Так, мы рассмотрели, что входит в комплект тепловизора грань 1 с объективом 25 мм. Для системности буду показывать комплект каждого из тепловизоров в отдельности. Это грань 1 640-25. Грань 2 с объективом 25 мм. Такая же комплектация. Если же говорить про различия самих тепловизоров, то программа у них одинаковая, картинку вы будете видеть одинаковую, что в грани 1, что в грани 2 с объективами 25 мм. Различия в корпусе, то есть грань 2 более вытянутое изделие и более низкое, в то время как грань 1 выше, но короче, кому как удобнее. Резюмирую. Комплект тепловизора грань 2 640-25. Следующая грань 2 с объективом 35 мм. Это изделие мы выпустили ограниченной серии. Если оно будет пользоваться популярностью, мы продолжим выпускать такую модификацию. Здесь корпус как у грани 2, при этом объектив 35 мм и окуляр 22 мм. Здесь больше окуляр, чем у этого изделия. И здесь уже по умолчанию накручен наглазник гофрированный. В комплект входит еще один наглазник, кошачий глаз.
он чуть-чуть побольше, чем у грани 2 и грани 1 с объективами 25 мм. Вот такой. Можно накрутить тот, какой вам более удобен. Какие еще есть различия в комплектации? Здесь большего диаметра светофильтр. Здесь уже нет крепления на шлем, нету выносной кнопки. Но также есть сумка, также есть шнур USB, также есть кронштейн B5V, также есть салфеточка, элементы питания 18650. Комплект тепловизора грань 2 640-35. Грань 3 с объективом 35 мм. Давайте посмотрим различия с гранью 2. Вот грань 2, вот грань 3. У грани 3 нету планки Пикатинни сверху, но зато есть возможность сформировать планку Пикатинни сбоку. Она входит в комплект. Сейчас я покажу. Вот поближе. Грань 3 с объективом 35 мм. Комплектация похожа на комплектацию грани 2 с объективом 35 мм. Тоже входит большой светофильтр, тоже входит кошачий глаз, элементы питания, зарядка, руководство по эксплуатации. Отличие в том, что здесь еще есть боковая планка B2L. Ее можно установить сюда вместо заглушки. То есть либо мы ставим заглушку, либо боковую планку. И можно сформировать планку Пикатинни сбоку. Комплект тепловизора грань 3 640-35. Грань 3 с объективом 40 мм. Здесь уже в комплекте кронштейн B5, как я ранее говорила. Все остальное похоже на то, что входит в комплект грани 3 с объективом 35 мм. Сейчас достану B5. Вот он. Комплект тепловизора грань 3 640-40. И, наконец, грань 3 с объективом 50 мм. Здесь я уже заранее прикрутила кронштейн B2L, чтобы вы могли увидеть интерпретацию с этим кронштейном. Заглушка же, если смотреть на нее отдельно, выглядит вот так. Комплект тепловизора грань 3 640-50. Мы прошлись по комплектации изделий. Далее я расскажу вам про режимы, покажу, как это выглядит на практике. Про это будем снимать отдельное видео. Больше информации об изделиях на нашем сайте zenitka.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео с товарищами. А мы с вами скоро увидимся. До свидания!